В селе Егорье состоялось торжественное открытие могилы Героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Егора Властова. Надгробие в свое время претерпело много осквернений со стороны вандалов. Реставрационные работы проводились в течение 2 лет. Памятник федерального значения был полностью восстановлен на добровольные пожертвования Ивановского клуба строителей. Всего на реконструкцию было собрано около 1 000 000 рублей. Деньги сдавались. По 10 рублей, по 100 рублей и по 100 тысяч. Лично, только личное участие жителей города Иваново, ну, конечно, и клуба строителей, департамента культуры, дало возможность нам восстановить этот памятник. Фигура Властова является знаковой для истории российской армии. Он принимал участие в самых крупных сражениях с Наполеоном, в том числе и в битве под Клястицами, после победы в которой был награжден орденом Анны 1-го класса. Летом этого года члены Русского географического общества провели масштабную экспедицию. Ивановские кадеты побывали на основных местах исторических сражений 1812 года. Очень приятно, что здесь присутствуют ребята, которые стоят здесь в первом ряду, которые были на местах боев генерала Властова, именно в Клястицах, где генерал Властов совершил свой подвиг и стал действительно всенародным героем, героем войны. Наши дети воспитываются не на уроках математики, физики, информатики. Они воспитываются на уроках литературы, на уроках истории и географии. Если наши дети не будут знать, кто такой Кутузов, кто такой Суворов, кто такой Иван Калита, кто такой Жуков, вы знаете, у нас не будет будущего. Поэтому сегодня мы с вами увидели будущее. Наверное, от этого можно улыбаться и быть счастливым. Генерал Властов желал после смерти упокоиться возле Георгиевской церкви. Он возвел ее на личные средства. Желание было исполнено. Теперь восстановлена и могила. Но церковь уже какой год продолжает находиться в плачевном состоянии. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.